Hello, boys! Спасибо всем, кто пришел. Скучали по мне? Нет, я по вам тоже, если честно. Поэтому деньги просто заканчиваются, надо обязательно стримить. Короче, мне пришла посылка. Прямиком с Амстердама, you know? Специально вебочку побольше делаю. Это с Твича подгон. Но тут есть некоторые личные подарки, которые я сам заказывал, поэтому... Знаете, что это? Это гайд, как порнуху снимать. Но в случае, если у меня, ну, Твич прикроют... Ебать, я разъебусь сегодня, бля, конкретно я вам говорю. Это шампунь, да? А, это вино, блядь. Не, ну это я такое по вину не угораю. Чё это, блядь? Это зубная паста чистая текила, блядь. Что-то, чтобы изо рта текилой пахло. Со вкусом чистой текилы для неординарных мужчин. Дерзкий вкус текилы с ароматом агавы, цитрусов, специй, блядь. Почему тут на русском, сука, написано, блядь? Если это сам стика, блядь. Спасибо большое. Значит, носочки, да, Твича, ну и... У меня не все так плохо, чтобы я... Ну, я не хочу, блядь, пизды получить на улице, поэтому я никогда их не надену, блядь. Так. Это что? Нихуя в зиплоке. Ну, и раз это, блядь, с Голландии, в зиплоке должны, блядь, не штаны приезжать, или что это? Это на... Что там написано? Twitch partner, you know? It's me, man. Такс. Блядь, зацените кепочку. Секунду. Кореец, привет. Спасибо за донат. А? На ключи, брелок. Я их на ключи для тачки воткну, блядь. Так. И охуевшая мега футболка. Вот это разъеб. Вот это дизайнерское решение. Мне очень нравится. Пожалуй, я ее... Я ее прямо сейчас надену, или что это? Вот это имба. И пойду переоденусь, бля, реально. Задерестуйте. Ну, ебать, вот это, кстати, стильно. Вот это солидно. Вот это солидно, мне нравится эта футболка, она крутая. Не, чат, смотрите. Какая-то еще штука, вон, с Твичом написано. Тебе идет. Мне все черные футболки идут. С подарками закончено. Поэтому давайте с новостей. Итак, что по новостям? Понятно, новостей нет. А Твич контора выходил? Я должен же новостями, блядь, ну, типа, узнать, откуда ты их, очевидно. Фреймтеймеры, ожоги по всему телу и лицу. Он что, блядь, куда-то свалился, блядь, или что? Так, Марьяна Ро поделилась, что хочет попробовать постримить на Твиче. Ответ Марьяне убил. Не надо. Чё ты делишься-то, блядь? Не надо нахуй. Я запрещаю к нам на Твич приходить. Любой, кто хочет стримить на Твиче, он пишет мне за разрешением. Это факт для всех, я думаю. Тут это... Шеф сказал, нам вот это вот не надо. Вот это вот, значит, на Твиче там стримить. Давай на Ютубе стрими нормально, все. Так, Тенри Бай сообщил, что в сентябре она будет снимать клип без маски. Похуй, блядь. International покажут на белорусском языке. Похуй. Мета тестирует новую стриминговую платформу Супер. Супер хуета. Далее. Ух ты, ёпта. Короче, честно говоря, шутки шутками, но я что-то на жестком вообще огорчении. Но посмотрите на меня. Вот у меня здесь пошли какие-то ожоги химические. Вот здесь пошли какие-то ожоги вообще по всему телу. У меня спина, видите, лицо, короче. Какая-то реакция пошла жесткая. На спине... Видите, да, вот это пятно? Все ебануто, болит, жгет вообще. Просто двигаться практически невозможно. Как-то это все прогрессирует. Я не знаю уже, что делать, блядь, к какому врачу ехать. Ну, типа, я прям... Мне прям очень печально, короче, от всего происходящего. Я даже не знаю, что делать. А, блядь, он что, один вот так вот? Что с ним, блядь? Я не пойму, почему, типа, все стримили, а вот в борщевик залез он один? Это отмыло. Ой, блядь. Фу, сука, ну нахуй. Надо в больницу, блядь, ложиться, что я могу сказать. Чего он еще не там, мне интересно. Вот а легенда АФК такого нет. Ну конечно, Кирилл Опарин. Это факт. Эвилон поделился, что в скором времени ребята проведут свой Pixel Battle. Ранее ВК официально закрыли проект Pixel Battle и сообщили, что он больше будет проводиться. Вадим сказал, что ребята создают свой Pixel Battle совместно с 89-м сквад и другими ребятами. Я не понимаю, нахуй! А почему я не в курсе, блядь? А, короче. Мы просто хотим сделать Pixel Battle, его же больше не будет, и поэтому мы, короче, просто свой пизданем с 89-м сквадом, с ребятами, со всеми, пури-пури, я думаю, прикольно будет, главное, чтобы оно, короче, работало, поняли? Да, бля, ну я влетел бы, кстати, если вот Вилон прям совсем загорелся, то я бы, блядь, тоже влетел помочь. Только чем, блядь, типа, я кроме финансов вообще ничего не могу дать, блядь, у меня... Я не знаю, могу, наверное, разрабов отсыпать, блядь, каких-нибудь. Кто-нибудь шарит, нет? Проводит шоу «Битва пар». Угу. О!
Так, платформа, разумеется, глубоко встревожена тем, что сообщество может пострадать, то есть заразиться от любимого стримера игровой зависимостью, при том, что многие стримеры крутят рулетку не просто так, а активно рекламируя бесплатные купоны и прочие заманухи, подсаживая своих фанатов на иглу зависимости. По словам представителя Twitch, платформа прямо сейчас глубоко погружена в процесс изучения влияния таких стримов на аудиторию. Мы чрезвычайно серьезно относимся к любому потенциальному ущербу для нашего сообщества, хотя азартные игры составляют очень малую долю контента, транслируемого на Twitch. Мы внимательно следим за ними, чтобы убедиться, что наш подход минимализирует потенциальный вред нашему глобальному сообществу, сказал представитель платформы в интервью Bloomberg, блядь. Чё сказать? Ну, заебись. Только, блядь, понимаете, пиздеть — это не мешки ворочать, поэтому, как бы, что значит мы, блядь, активно следим? У тебя там, кто там представитель, блядь, платформы в интервью? Ты там не хотел, блядь, сказать, что у тебя Маранта вообще ебанулась, она в душ уже ходит, блядь, на своих стримах? Ну так, я не знаю. Ты как бы не хочешь этот вопрос тоже, блядь, обговорить, обкашлять немножечко, потому что, ну, это негативно влияет, очевидно, на комьюнити. Не, ну просто, ну, это тоже как и казино, понимаете? Я смотрю, я думаю, бля, надо, ну, задонатить, то есть, ну, это негативно влияет. Я уже, блядь, понимаете, успел, блядь, погонять лысого, блядь, помыться, посмотреть тиктоки, блядь, выхожу, ну, до там, похода в ванну, блядь, сходил, посмотрел, думаю, моется, блядь, вышел оттуда, часа два, блядь, прошло, моется, думаю, пиздец, ты что, нахуй, мать, сколько ты воды, блядь, слила уже, может, хватит мыться-то, блядь, у тебя уже не ноги, у тебя изюм должен быть такой скукоженный, понимаете, в чем прикол? Короче, я понял, новость пиздатая, а еще что по новостям, понятно, фреймтаймер, понятно, Артаса предложение комментировать, проводит на 5 секунд. Актер был задержан сотрудниками полиции. Опа, на разъеб. Саут поделился новостями по поводу своего самочувствия. Блять, болеют все. Что-то заебали нахуй. Самокаты — это зло.